Первые упоминания о гигантском подводном сооружении появились задолго до возникновения глобальной сети интернета. Например, существует некое пророчество о Белом Царе и Великой Подводной Стене. Оно записано в книге пророка Захарии. В тексте этого пророчества говорится о неком Белом Царе Зоровавиле, который в какой-то момент времени должен явить всему миру Великую Белую Стену. Якобы Великая Белая Стена является тем самым краеугольным камнем, который скинется всего человечества, оковы всемирной лжи и пробудит людей, показав им настоящую правду бытия.